Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться вот звучанием вот этих вот инструментов. Это у нас дудук фа, дудук соль и дудук си бемоль. Эти инструменты разработаны таким образом, что на них можно играть на камышах А. Эти инструменты попадут в руки к девушке. Инструмент си бемоль и инструмент соль в классическом размере. Но дудук фа видоизменен. Я вам уже в одном из своих видео предыдущих показывал, как я видоизменял на иранской сливе, там было видоизменение. Вот, так что и с абрикосом я то же самое сделал, потому что девушке рука не позволяет играть на дудуке фа. Для нее реально дудук фа будет большой. Вот, если мы посмотрим на размер дудук фа и дудук соль, то в принципе это классическое расстояние, которое вот есть в дудуке фа и дудуке соль. Это размеры, вот здесь вот величина классическая. Единственное, что здесь вот чуть-чуть короче. Это дудук буквально чуть-чуть короче. Вот там на 1 сантиметр. Отверстие я расположил таким образом, чтобы на дудуке фа можно было играть с той же самой растяжкой, как и на дудуке соль. Естественно, там были изменены размеры отверстия, но ощущение возможности игры полутонов и так далее осталось. Я это все сохранил, все возможности игры на этом инструменте я сохранил, несмотря на модификацию. Итак, я вам сейчас буду демонстрировать их звучание. Так, мы берем, допустим, сначала дудук. Давайте фа. Вот. Сейчас будем настраиваться. Берем теперь дудук соль. Thank you.
Теперь мы берем дудук си бемоль. Вот такие вот дудуки. Си бемоль, соль и фа. Влага чуть-чуть попала в трость. Ничего страшного. А теперь я покажу вам, насколько удобно в них играть полутона. Это у нас си бемоль, теперь у нас соль. Мы берем дудук фа. Вполне все очень удобно, все комфортно. Вот такие вот у нас дудуки для девушки. Дудук соль, фа и си бемоль. Все, друзья, всем хорошего настроения, хороших всем инструментов.
Занимайтесь, получайте удовольствие от игры. До новых встреч!